Бои на перевалах Абхазии. Документальный фильм о Великой Отечественной войне, о храбрых воинах, сынах и дочерях Абхазии. В полнометражной картине повествуется о сражениях на перевалах Абхазии, которые начались в августе в 1942 году. Создатели его, журналисты Манана Кукускир и Давид Авицба, представили свою работу на международном телекинофестивале «Победили вместе». Творческий конкурс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходил в Севастополе с 10 по 14 мая. В Министерстве культуры состоялась встреча авторов документального фильма с министром культуры Абхазии Бадрой Гунба и журналистами. Манана Кукускир выразила признательность Министерству культуры Республики за поддержку общественной студии «Медиа Аспект» и подчеркнула, что благодаря этой поддержке журналисты уже второй год участвуют в кинофорумах. Психологически очень приятно, когда тебя поддерживает твое государство, когда заинтересовано оно и когда оно тебе помогает. Участники фестиваля эмоционально рассказывали о реакции зрителей. По их словам, фильм хронометражем 1 час и 7 минут смотрели на одном дыхании, и никто из многочисленной публики за это время не покинул зал. Кинофестиваль, он такой открытый, люди заходят, выходят. Но когда вот показывают фильм об Абхазии, ни один человек, вот честно, вот свидетель, никто, все просто сидели, говорят, и смотрели, вот как бы вот настолько было... Это вот очень нескромно, но вот хочется похвастаться. Бадра Гунба поздравил журналистов с признанием и наградой, пожелал творческих успехов. Он подчеркнул, что Министерство культуры готово и впредь поддерживать их творческую группу. Многие думают за пределами Абхазии, что Великая Отечественная война обошла нас стороной. Но это далеко не так. Мы прекрасно помним те потери, которые понес наш народ, и те бои на перевалах Абхазии, снят одноименный фильм, и это действительно та история, которой мы дорожим. И то, что вы стали победителями, диплома первой степени в Севастополе, это вообще, конечно, безумно приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Миссия международного кинофестиваля однозначно – помнить и объединять. Она прошла под юрисдикцией Российской Федерации. Ее организаторы – Евразийская академия телевидения и радио и городские власти. В проекте «Ауни юбилейны» в этом году ему исполнилось 70 лет, участвовали авторы, режиссеры, продюсеры сферы кино, радио и телевидения, среди которых Абхазия, Китай, Армения, Беларусь, Молдова, Латвия, Швеция и многие другие. Торжественное открытие состоялось на площади Нахимова. Этот международный кинофестиваль привлекает к себе особое внимание местных жителей. Творческая элита России и стран СНГ представили в Севастополе актуальные работы на военно-патриотическую тематику. В залах кинотеатров севастопольцы посмотрели десятки фильмов. Жюри определило призеров 10 номинаций. В Великую Отечественную войну на фронт ушло 55 тысяч жителей Абхазии, среди которых 900 женщин. 22 человека стали героями Советского Союза. Легенды слагают о героизме воинов, сражавшихся на перевалах Абхазии, ведь от их мужества и храбрости зависел исход битвы за Кавказ. Перевалы Абхазии были одним из ключевых очагов сопротивления немецко-фашистским войскам, где с августа 1942 года по январь 1943 год шли тяжелые бои. Защитники Абхазии сыграли важную роль в срыве планов немецкого командования, не допустив прорыва гитлеровцев за Кавказе. В августе 42-го части горно-стрелковой дивизии «Дельвейс» начали активные боевые действия на перевалах Клухор и Марух. Нагло и самоуверенно, с переменным успехом, немцы продвигались через ущелья и теснины. Туда спешно были брошены 1-й и 3-й батальоны 815-го полка, учебно-стрелковый батальон 394-й стрелковой дивизии, сводный отряд Сухумского военно-пехотного училища и маневренной группы Сухумского погранотряда, а также взвод саперов 808-го стрелкового полка. Противник превосходил наши войска по численности и по вооружению. Однако уроженцы Абхазии героически защищали родные края. В боях на Клухорском направлении отличились лейтенант Шамиль Дбар, секретарь парторганизации Петр Чанба,
инструктор Николай Аргун. Посмертно медалью за отвагу был награжден уроженец села Члоу, командир взвода Андрей Ахуба. Мобилизационную работу с местным населением в верховьях реки Кадор вел сотрудник абхазского обкома Платон Чкадуа. Как бы состоял из нескольких частей, и одна из частей это была сама акция, которую организовывал Николай Медведский и сотрудники УЧС. То есть мы детально проработали маршрут, мы знали, в каких местах, в каких местах находятся памятники защитникам перевалов периода Великой Отечественной войны. И наш путь был совершенно физически несравним с тем, что делали защитники во время Великой Отечественной войны, потому что мы фактически налегке. В этом документальном фильме подробно описываются военные действия 69-летней давности. К съемочному процессу были привлечены специалисты. Учитывая роль картины в историческом контексте, авторам оказывали безвозмездную помощь в сборе материалов в Академии наук Абхазии и в Абхазском институте гуманитарных исследований. Мы хотели рассказать о участии уроженцев в Абхазии в битве за Кавказ, в частности, на абхазском участке, значит, главного кавказского хребта. И не только тех людях, которые стояли, ну, скажем так, условно с винтовками, да, и стреляли по противнику, но и те, кто работал в тылу, те, кто приближал общую победу. Автор сценария, журналистка Манана Кокускир, уверена, что документальный фильм «Бои на перевалах Абхазии» и подобные ему могут служить достойной базой для воспитания в молодежи чувства истинного патриотизма. Мы понимали, что тема не выигрышная с точки зрения современной, развлекательной такой молодежной жизни. Но мы понимали, что эта тема, например, для меня она очень животрепещущая, потому что моя семья в годы Великой Отечественной войны потеряла 4 родных братьев. Вы понимаете, вот одна абхазская семья в течение года получила 4 похоронки. И моя бабушка, она не прожила больше 2 лет после такого горя. И когда 9 мая весь мир радовался, наша семья плакала. То есть вот для меня это очень серьезная тема. И, в принципе, я этот фильм посвятила этим людям, погибшим. Один дядя у меня погиб в Бресте, Брестская крепость. Он был в армии, до демобилизации ему оставалось 2 месяца. Он возвращаться должен был в Абхазию, началась война. И все, ни тела, ни костей мы не можем найти, но мы точно знаем, что он погиб там. Второй погиб на Украине и так далее. Вот всех 4 похоронила моя бабушка. Поэтому вот для меня это такая же серьезная и очень значимая тема. И я думаю, не только для меня, потому что каждый житель Абхазии потерял кого-то. Вот мы посмотрели фильм абхазских режиссеров. Это фильм, он рассказывает и о войне, и о сегодняшнем положении дел. О той молодежи, которая пошла в этот трудный горный поход, чтобы посетить места боев, возложить цветы, реставрировать памятники. И просто сердце кровью обливается той любви, уважения к этим людям, которые, несмотря на все проблемы в их личной жизни, на все трудности, которые на их жизненном пути встречались, отправились в этот трудный поход для того, чтобы увидеть то, о чем они, может быть, только краем уха слышали. И они прикоснулись к истории, увидели, с каким трудом, какой кровью досталась наша победа. Я думаю, что вернувшись из этого похода, они просто переродились. Весь этот фестиваль – это фестиваль энтузиастов. И сделать кому-то награждать, здесь надо наградить всех за то, что они делают все для сохранения нашей общей памяти. Поэтому, конечно, говорить о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, это оценивают уже те, кто в этом специалист. А самое главное, что, наверное, у нас не конкурс, а, наверное, у нас сообщество людей, которые спасают историю, я бы так назвал. Реалии современного мира таковы, что история переписывается, переосмысливается. Для некоторых журналистов работа над фильмом о Великой Отечественной войне далась нелегко. Первое место получила жительница Швеции, которая сделала фильм о Великой Отечественной войне. Но самое интересное, она нам рассказала с тем, с какими трудностями она делала этот фильм, потому что в ее обществе уже не поддерживают той идеи о том, что Советский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Эти мысли стараются, эти идеи, эти темы стараются убирать куда-то на второй план. Многие страны уже за рубежом не празднуют праздник 9 мая. На линию фронта.
В ближайших планах тележурналистов представить на суд зрителей еще один полнометражный проект о проблемах абхазского языка в обществе. В скором времени Давид Аветзба и Манана Кукускир поедут в город Ханты-Мансийск на кинофорум «Спасти и сохранить», где представят два сюжета на экологическую тему в Абхазии. Документальный фильм «Бои на перевалах Абхазии. Великую Отечественную войну» можно увидеть не только в эфире абхазского телевидения, но и в интернете. То, что полнометражная картина за полтора года набрала более 8000 просмотров, все-таки говорит о многом. Асида Маля, Саид Айба, абхазское телевидение.